Южный федеральный университет – крупнейший научный и образовательный центр Юга России. Кафедра гражданского права юридического факультета Южного федерального университета приглашает вас пройти обучение в магистратуре по программе «Гражданское право, семейное право, теория и практика». Юридический факультет Южного федерального университета является старейшим на юге России. Кадровый состав штатных преподавателей факультета насчитывает 96 человек. Более 80% из них имеют ученую степень и ученое звание. Из них 17 – доктора юридических наук. Обучение в магистратуре дает возможность получения знаний по новому направлению и овладению новой специальностью, которая может кардинально отличаться от направления подготовки, полученной в результате первого уровня обучения, бакалавриата или специалитета. Почему стоит избрать именно нашу магистерскую программу для продолжения своего обучения? Изучение правовых дисциплин в области регулирования гражданских и семейных отношений у нас происходит не только в теории, но и с подробным изучением конкретных практических ситуаций, что формирует у выпускника магистратуры профессиональную компетенцию, обеспечивающую эффективную деятельность юриста в системе общественных отношений и позволяет уверенно чувствовать себя на судебном заседании, а также убедительно аргументировать там свою позицию. Поступая в магистратуру в Южный федеральный университет, я, безусловно, хотела углубить свои знания в сфере гражданского права. И также это было, безусловно, сопряжено с работой. Я чувствовала то, что вот мой учебный процесс, он отразился. И сейчас я не задаю лишних вопросов своему руководству, не задаю какие-то, не трачу время на то, чтобы там найти эту информацию, потому что я ее просто знаю. Кафедра всегда всячески нам помогала, сопутствовала во всех моментах. И, безусловно, я очень благодарна, как и все мои одногруппники, однокурсники. Юридическая наука, она, как и любая наука, на месте не стоит. Вот, и несмотря на то, что я давно уже в профессии работаю юристом, да, необходимо понимать, какие изменения происходят как в науке, так и в законодательстве. Да. И если с законодательством я сталкиваюсь непосредственно при осуществлении своей профессиональной деятельности, да, то что касается науки, то здесь может помочь только поступление в ВУЗ. Вот, то есть цель была – это непосредственно саморазвитие. В магистратуре, скажем так, я обновил те знания, которыми я обладал ранее, да, узнал очень много интересного, и они на самом деле мне помогают в моей профессиональной деятельности, вот именно вот гражданская правовая направленность. Интересно, очень хороший преподавательский состав, подача информации очень интересная, доступная. Процесс обучения понятен, ясен, интересен. Дело в том, что Нотариальная палата имеет давние отношения, партнерские отношения, плодотворные отношения с университетом, с нашим Ростовским университетом, именно с юридическим факультетом, сегодня это называется Южный федеральный университет. В нашу бытность, когда я была студенткой, это назывался Ростовский государственный университет. И, собственно, все наши коллеги-нотариусы, почти все, конечно же, не все стопроцентно являются выпускниками. Я сама являюсь выпускником Ростовского государственного университета юридического факультета. Вы полюбите, опять-таки я употребляю это слово, полюбите. Одно дело стать заложником своей профессии, другое дело полюбить ее. Вы полюбите профессию юриста, вы будете счастливы, что вы избрали ее. Будете нести всю жизнь, вот уже гордо это звание, выпускник университета. Поступая на дневное отделение магистратуры, у вас также появляется возможность поступить на факультет военного обучения и получить звание офицера. Более 80% выпускников программы продолжают поддерживать контакты друг с другом. 85% выпускников успешно трудоустраиваются.